Сегодня расскажу вам о новой шикарной игрушке. Называется она Trip Trap. Игрушечка интересная, графика просто обалденная, пророчит и прекрасное будущее. Здесь мы играем мышонком. Ему нужно собрать все кусочки сыра и добежать, спрятаться в своей норке. Ну давайте посмотрим на настройки. На настройке вот можно выбрать язык, отключить, включить музыку, сбросить игру. Также можно посмотреть свои призы и так далее. Ну давайте переступим непосредственно к самой игре. Нажимаем и смотрим. Вот видите, сейчас загрузится. Здесь у нас несколько паков с уровней. Вот кухня, гостиная, спортзал, гараж и дальше еще будут уровни. Игрушечка шикарная, очень красивая, сразу вам говорю, и неплохая убивалка времени. Ну давайте нажмем на кухню. Я уже прошел несколько уровней. Ну вот, смотрим. Например, давайте нажмем на уровень 10 и пройдем его. Вот видите, здесь мышонок, который бегает по этим всем, я не знаю, полкам и собирает кусочки сыра. Ну давайте попробуем пробежать. Вот видите стрелки слева и справа. Они, если в них упереться, то мышонок побежит назад. Также вот видите кусочки сыра, которые под стеклом. Их нужно стащить и разбить, эту упаковку. Ну, давайте попробуем, побежали. Бежим. Вот так. Стаскиваем. Видите, он разбивается. Видите, не прошел я неудачно. Видите, как я лоханулся. Ну, два кусочка собрал. Вот это примерно выглядит так. Мы прошли на 2 сейчас. Так могли бы на 3. Ну, давайте попробуем пройти 11. Также здесь есть преграды. А, вот здесь уже есть новый бонус. Ускоритель. Давайте нажмем на него и посмотрим. Нажимаем и догоняем. И кусочки сыра, и свою норку. Вот мы молодцы, прошли. Давайте выйдем отсюда. Давайте посмотрим, например, на уровень 8, как он себя выглядит. А вот видите, вверху здесь еще есть преграды. Ну давайте попробуем пройти. Поехали. Раз. Собираем. Потом вот так сталкиваем. Вот видите, сейчас мы пройдем. Вот видите, прошли на все 3 кусочка сыра. Ну, вы примерно поняли, что игра себя представляет. Игрушка шикарная, красивая. Рекомендую вам ее скачать. Отличная убивалка времени. Всем пока, всем до свидания. С вами был ваш Гангус.